Всем привет, друзья! Всем привет! Решил попробовать инстаграмину прямой эфир. Ледышки, сосульки. Короче, пойти погулять, погода прекрасная. Все тает, приморье. Погода суперская сегодня. 21 ноября. Вот, зрители ноль. У меня вот где написано прямой эфир, там нет. Ну, кто может кто-нибудь подкатит. Да, это редко кто смотрит прямой эфир. Да? Да. А он записывается. Ну, это, да. Это надо заранее, это сюда. Надо собирать людей. Короче. Ну это видео, оно сохранится у тебя. Короче, мне сказали, видео сохранится. Так что, ребята, потом посмотрите. Пойдемте посмотрим большой камень Приморья. Тротуары строят, бордюры какие-то новые. Вот магазин для рыбаков. Классный магазинчик, все тут есть. И лодки, и крючки, и, короче, все есть. Грязище. Вчера все во льду было, сегодня все, уже грязь пошла. Это Приморье, ребята. Это прекрасный край. Дальний Восток. Такие дела. Лужу надо как-то переходить.
Слушай, Макс, а я нажал-то правильно, то я как лошара буду ходить. Вот он, прямой эфир, все, прямой эфир уже идет. Вот, да. И, типа, мы сообщаем вашим подписчикам, что вы ведете прямой эфир. Понятно. Ну, кто-то... О, зашли в тенек, а тут уже снег, а вот не тут, тает. Вот между твоим этим и прямым эфиром, там эти должны быть, типа, зрители. Да. И вам внизу должны комментарии писать, ну, типа. Ау, зрители, друзья, вы где там? Ставим лайки, бабалайки. Да. Тапочки. Тепленькие тапочки тут. Ага, Макс, вот был бы ролик хороший. А? Да. Ну ты потом повторишь, да? Повторю, да. Вот, вот сейчас на следующем подъеме. Паркурчик там, через спину. Нет, паркурчика не будет сегодня. А как погода тебе приморская тут? Красота. Ну непонятно, если честно. Понятно. Погода. Тянет на север, да? Да, непривычно просто. Просто непривычно еще. Не привык я к этому климату, к погоде. Ну, когда деньги есть в кармане, по-моему, да, погода любая, красота. Да, да. Это да. Да, грошик стал тяжел. Тяжел. Это точно. Ой-ой-ой. Лужи. Кругом лужи. О! Прикольно снимать, как никто не смотрит. Да. Прикольно. Но в этом я обувь уже покупать не буду. Это не надо, блин, купил версию для 2000 недели, относил его в горло. Я за один день заработал. Не помню. Прикольно, залил, сразу подсветил. Слякоть, жижа. Что не сделаешь ради видоса, да? Да. Вообще. Ой, красота какая. Лед сверкает на деревьях. Привет! Куда побежал? Реально сваливает, говорит. Дети в побег пошли, погода хорошая. Дети уходят в побег, гулять надо им, двигаться, дома насиделись. Ой, какая красота. Грязь везде. Ну, грязь это нормально, это Приморье. Я говорю, тебе на кладбище надо походить, снимать, там столько трешака, блин, деревья падают прямо на глазах. Все такое белое. Ради интереса. Вот, ко мне пришло. Все сидят дома. Я буду твоим зрителем. О, у меня появился первый зритель, ребята. Справа. На инстаграме, на прямом эфире, первый зритель. Вот так вот. Видишь, отстоят как? Да.
Да. Дружище, первый зритель, жму тебе 5. Молодца, красава. Делись прямым эфиром с друзьями. О, а вот и первый мой зритель. Спасибо тебе. Давай. Еще раз пожму тебе руку. Все. Отстает прям на 2 минуты. Короче, мы идем дворами, галсами, срезаем, идем в центр, магазин, короче. Вот тут еще трава зеленая у нас, как бы нормально. Принять, посмотреть. Нажимай посмотреть. Нажимай на синий. На синий. А. Ой, красота. О, деревья попадали. От обледенения попадали деревья. А вон сколько их попадало. Последствия обледенения. О, какие. О, какая красота. Береза вон согнула. Ждем, ждем, доча. Привет. Первый раз такой. Классно. Красота. Ну вот мы в центре. Здесь все тусовки проходят. Центр тут, магазины. Люди тут ходят. В общем, много всяких магазинов. Купить можно все практически тут. Неплохой город. Дорог бы получше, хороших этому городу. Маски эти коронавирусные тут почти не носит никто. Пойдемте через дорогу. Осторожно. Опа! Пойдемте в магазинчик зайдем. Посмотрим. Thank you.
сразу узнал. Я ж туда что-то устроил. А это нету здесь. Наггетсов можно больше штучек возить? Вот так вкратце чуть-чуть по ценам. Выходим. Торговый центр вот напротив. Многоэтажный тут, ДНС тут, банки, склянки, продукты, в общем, все. Двадцать 1 ноября, сегодня 2020 год. Приморье, Дальний Восток, большой камень. Рынок.